Слушайте, зять Кирилл хотел посмотреть земельный участок здесь. Мы резво так спустились вниз. Ой, там у нас наверху машина. А теперь я карабкаюсь. Карабкаюсь по этой горе, еле вывожу вверх. По пути мне встречается вот такая красота. Камень разломанный. Смотрите, какие капельки в паутинке запутались, росы. Красиво. Растительность, конечно, вообще потрясающая. Огромные дубы, столько зелени. Но дубы здесь мельче сибирских. И листья мельче, и желуди мельче. Ой, скоро наша машина. Белка-кар. Путешествуйте в аренду.